Будет. Будет. Отлично, тогда по сторонам. С чем, Гриффин? Кто сказал? Паша, ты что, синий? Да. Джордан пришел. Где ты был? В ядре баланса пришел. Паша им балластный. Здесь танк никогда не пробовал объехать. Понятите, Паша, пожалуйста. С запада. А смысл? Там все равно ничего не видно. Там ума надо. Ума на 200 метров. Ну, видимо, всего лишь. Ну, заедем. Ну, короче, значит, вот весь убить мой всех. План. Убить всех, да? Вдоль них надо, вот эти. Вдоль дороги, я понял. Идеальный план. Что-то вы первый раз такой придумали. Это он так будет ехать. Слишком сложно. Понимаешь, он не доедет до туда, даже до первой стрелки. Может, лучше по зеленому маршруту пойдем в отель отдохнем. А потом приедем уже, это, отдохнувшие и раскатаем. А потом еще на заправку заедем. Да, да, да. А потом бахнем ее. Я думаю, Сайвер это не задумывал. Потом поедем на взлетку дальше там и улетим просто. Я за руль. У меня 600 часов. Мы тоже готовы. Надо написать. Паша тебя не слышит. О, все. Все прекрасно слышу. Надо же. Ну, надо же писать. Какой КВ? Нет там КВ. КВ нет. Голос. Чего вы здесь нет? А если что? Погавкать можно только раньше. Рядышком материал, кстати, есть? Нет, у меня ДВ. Есть трава, вот трава на земле, растет и земля. Да. Здрасте, Яков Холл. Я забыл, ты починился. У нас нет связи. Давайте. С танком, господи. Круто. А медицин у нас есть? Я карту нашел. Врата есть, у нас нет. РД-90 у меня. Плати. У кого медь карта есть? Что ты делаешь? Не, получается. Что ты хочешь? Чё? А включу меня патрон? Нет. Так, нам ты надо... Ты запрещал Зоника еще трогать. Нам на 210, по-моему, надо идти. Да. Да. Бинтов, давайте это издевательство вообще. Ну, это Зоник. Кому бинтов? Куда побежал? Нам же вроде даже танк там дали сначала. А потом уже... Так вот он едет. Че, никто не взялся на стопа? Да вон на землю. Я не брал. Ну, кидай, берите мне больше денег. Ура! Слава Аздонику! Это, у нас нету ДВ, потому что ее опять не починил Савер. Поэтому погнали. Давайте, все за мной. Все равно горит. Медицин, они хоть взяли, убежали. Тут правда можно? Да, побежали на 200, давай. Какое направление двигается? Думаю, крик уместен. Держимся дороги, и так и идем. Да. Что-то танк, по-моему, совсем разогнался. Может, ему задним стримом, чтобы не ехать так быстро. Аздонник, что у противника за техника? Ничего. Там разве что есть выбитый этот, как его, Блэкхоук, который из пластов только пулемет. И все. Кто там стрелок? Больше ничего. РПГ-чки еще есть. Чем же они там Абрамс уничтожают, мне интересно. РПГ-чки? Мины РПГ. Вот она. Попало? А вот и он. А если это седьмая, то ему по барабану вообще будет. А там много. Так и ему очень много будет по барабану. Ну, всем хорошо. Еще одна. Мимо. Он 29, а ты 27. Давайте пойдем еще дальше. Да, а, да, да. Восток.
Краб, ты там РПГшку свою случайно не подаришь, но это будет печально. Да ты ж мне точно вообще боец не стоит. Ты бы им подарил бы сейчас издалека, да. А вон, кстати, гранатометчика видно, как он бегает тут же сзади. Ну я бы мог пострадать, но я боюсь спалиться. Если они в нашу сторону глянут, мы и так спалимся. Ну они на там. Ну пока да. А кто враг? Да, такие станции, тапки. Вижу такие станции. Да, на углу бегает там 240. Добавление. 240 двое. А, вы ну еще не забывайте, еще один пуск был на 200. Да-да-да, вижу, они убегут. А что там у нас бегает впереди на 160? Впереди память по нашей машине. По-моему, там уже люди спалили. Ну вот они. Киби спали. Там почему не сожгли, стиральный. Не бойся, помешает. Лежи. Да он пришел в себя, ты че? Да, я тоже. ГГшка. Так. Да, идите от меня быстро. Сзади кто там есть? Нету. Давай. Есть дымы еще?
Что делать будем? Ну, проверяют, а где наши все остальные? Потому что он бежит сюда. Не полезай, чё. За Уралом дом трехэтажный и серый слева от него. Сейчас надо посмотреть. Сейчас здесь проверю. А, тут мина сзади тебя. Это наша или что? Нет, это не наша. Сейчас попробую без рыбы. РПГшка где-то на 200. На 200 РПГ. Ну ладно. Ор. Че, еще одну? Не, я уже пойду. Я предлагаю на этой карте ставить М60. Да, кстати, было бы неплохо. М60? Да, порезать немножко тогда РПГ-шки, конечно. РПГ-2. И опять без единого выстрела. Че, вы еще хотите раз, что ли? Да. Да. Чем-то, давай эту доту. Ну, вверх-то. Первую. Я бы предложил вам